Приветствую вас, друзья мои! С вами Серега, вы смотрите «Несложную кулинарию». Сегодня я продолжаю цикл моих рецептов приморской кухни прямиком из Сочи. И я бы хотел приготовить вместе с вами настоящий хит всех местных ресторанов. Это небольшая рыбка, которая называется барабуля. На вкус она просто потрясающая, к тому же готовится очень просто. Сейчас покажу как. Приготовление барабули начинается с очистки рыбы. Ее необходимо аккуратно избавить от чешуи. Я делаю это при помощи ножа. Затем вспарываем рыбу и вынимаем из нее кишки. Делаем небольшой надрез у основания жаберной крышки, перерезая жабры и вынимаем их. Повторяем эту процедуру со всеми рыбками. Отдельно хотелось бы обратить внимание на то, что я настоятельно рекомендую удалять из рыбы кишки и жабры. Потому что в них содержится горчинка, которая в итоге испортит вкус блюда. Промываем каждую рыбку под проточной водой по отдельности. Будьте аккуратнее, потому что рыба очень нежная. Просушиваем рыбу при помощи бумажного полотенца. Берем глубокую миску, насыпаем в нее кукурузную муку. Панируем в ней каждую рыбку по отдельности. Наливаем в сковороду растительное масло, разогреваем его и обжариваем в нем рыбу по 2 минуты с каждой стороны. Готовую рыбу выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало в себя лишнее масло. Настало время оценить результат и подвести итог. Барабуля получилась просто потрясающая, очень вкусная, нежная, с хрустящей корочкой. Я рекомендую вам готовить ее именно по этому рецепту. Обязательно следует удалять внутренности, чтобы у вас не было посторонней горечи, которая портит вкус рыбы. К тому же, как вы могли убедиться, я не добавлял абсолютно никаких специй. Данной рыбе специи не нужны абсолютно, она и без них очень хороша. Как всегда по традиции, внизу под этим видео я перечислю все граммовки, использованных в данном блюде ингредиентов. Там же есть ссылочка на мой инстаграм. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, не проходите мимо. Обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ставьте лайки, если вам понравился данный рецепт. Если вы хотите помочь в развитии моему каналу, то внизу есть кнопочка «Поделиться». Поделитесь этим видео со своими друзьями. До скорых встреч и приятного всем аппетита!